готовлясь к празднованию 60-летия первого полета человека в космос, частная средняя школа имени Юрий Алексеевич Гагарин совместно с русским центром на территории Камчи присоединяется к международному марафону «Маршрут Гагарина». Мы расскажем о посещении Юрия Алексеевича Гагарина города Варни в мае 1961 года. Самолет с Юрием Гагариным приземлился в 16 часов. Его встретили жители морской столицы. Первое впечатление от спустившегося по трапу самолета Юрия Гагарина – его светлая улыбка и широко открытые объятия. Еще до обеда тысячи горожан и гостей города Варны вышли на главные бульвары и площади города в ожидании торжественного проезда Юрия Алексеевича Гагарина. Собравшись на бульварах, жители города Варны развернули десятки плакатов во знаменование его полета и дружбе советского и болгарского народов. На площади 9 сентября он был встречен пионеров, скандирующих его имя с возгласами «Ура!» и аплодисментами. 26 мая Юрий Алексеевич положил начало аллее космонавтики, посадив в морском саду рядом с пантеоном серебряный ель и кедр. Перед приездом в Варну городской народный совет удостоил Юрия Гагарина звания почетного гражданина города Варны. Рассказ о радушной встрече первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина с жителями города Варни хотим завершить словами самого Гагарина. Дружба между двумя народами, братьями, русскими и болгарами, возникла еще в далекие времена. Это дружба двух народов по духу и крови. Мы, молодое поколение, гордимся, что учим в школе имени Юрия Гагарина и свято храним историю, связанную с этим великим человеком.